Как вы уже догадались, сегодня к нам в гости заглянула легенда. Этот замечательный набор Barber Combo состоит из машинки Legend и триммера Hero. Сегодня мы откроем их, посмотрим, как они звучат, потестим на модели, посмотрим, как они работают и как они выполняют срез. И, конечно же, поговорим о том, насколько выгоднее приобретать комплект, нежели отдельные машины. Комплект Barber Combo состоит из двух брутальных машин. Триммер Hero – это профессиональный проводной триммер, оснащенный мотором постоянного тока 5000 оборотов в минуту. Также данный триммер оснащен фиксированным Т-образным ножом из легированной стали с дополнительным хромированным покрытием. Ну и, конечно же, флагман среди проводных машинок – Wall Legend. Это профессиональная проводная машинка с мотором переменного тока V9000. Основным из преимуществ данной машины является мощный двигатель, нож с большим диапазоном регулировки длины среза и, конечно же, удлиненный сетевой шнур. В комплекте у нас идет вот такая интересная сумочка. Можно взять ее и куда-то пойти. Весит у нас эта сумочка, увы, больше килограмма. Да-да-да-да. У нас прямо она так хорошо укомплектована. Давайте разбираться и разбивать все по комплектующим. У нас идут насадочки какие-то. Все сейчас из нее вытащим, потом посмотрим, что здесь чего. Здесь тоже масло, насадочки на триммер. Это чтобы не пахло. Ну а если серьезно, благодаря пакетику Super Dry в сумочке не образовывается сырость и влага. Вот такая воловская расческа. Так, тут у нас получается все, больше ничего нет. Тянем за провод. Та-дам! Вот она наша легенда. Wall Legend. Так, дальше тянем за проводочек. И здесь у нас Hero. Ой, такая легенькая. Нифига себе, ребята, она вообще ничего не весит. Так, тоже не убираем ее далеко. Ну и здесь идет ряд насадок на машинку. Сумочка прикольная. Девчонкам понравится. Правильно говорю. Правильно говорю. Ну, насадочки, надо сказать, конечно, здесь так себе. Что сказать о сумочке? Сумочка компактная, эстетично выглядит. Ее можно и парню взять в руки, положить в нее инструмент и сходить быстренько кого-нибудь отстричь, отбрить. Единственное, конечно, настоящий профессионал с такой с маленькой сумочкой вряд ли сможет ходить. У него будет куча-куча различного инструмента в его арсенале. Поэтому данная сумочка очень удобна для того, чтобы сложить весь этот комплект, чтобы он аккуратно лежал в случае транспортировки, либо езды по семинарам, на обучение и так далее. Что сказать о расческе? Расческа недорогая, не премиального класса, она достаточно гибкая, белого цвета. На белом цвете видно все волоски. Если мы работаем с темным волосом и можем применять белую расческу, у нас очень хорошо видно волосы. Но это кто парится, я по поводу таких моментов не парюсь, но как вариант. Абсолютно недавно я приобрел такую расческу. А именно наш спонсор магазин Urban, вот в этом углу вы его увидите, ссылочку видите в описании на этот магазин. Там же, собственно, вы сможете приобрести данный комплект. Это официальный дилер в городе Сочи от компании Wall. Из-за того, что у нее достаточно такой вот глянцевый прям такой пластик, то есть она очень клеится к коже. Если кожа не проталькирована, она идти будет такими рывками немножечко. То есть и по коже она мягко, плавно, то есть идти не будет. Но приятный бонус. Два комплекта масла. Масло абсолютно одинаковое. Внутри идет еще кисточка для того, чтобы очищать ножи. Как чистить машинку после рабочего дня, мы тоже покажем, если вам это будет интересно. А насколько вам интересно действительно смотреть подобные видеоролики и лайфхаки, мы посмотрим по количеству лайков над этим видео. Сэр? Yes. К легенде нам прилагается 6 видов насадок. Огласите весь список, пожалуйста. У нас восьмерочка 25 мм, шестерка 19 мм,
четверка 13 мм, тройка 10 мм, двоечка 6 мм и единичка 3 мм. Все предельно ясно, но одно есть но. Здесь они, конечно, сэкономили на насадочках и положили сюда абсолютно такие гармошечные. Эти насадки, они идут чисто как украшение, потому что ими невозможно будет выполнить хорошую и качественную работу. Я не работаю насадками, но это прекрасно я вижу и понимаю. А почему я так говорю, вы увидите в скором времени на нашем канале. Мы сделаем обзор беспроводной машинки Magic Clip, в которой будет идти в комплекте насадки премиум класса. Поэтому, друзья, это, конечно, все игрушечка. Это точно так же нужно будет выбросить. Покупая этот комплект, вы сразу должны понимать, что насадки вам нужно будет брать отдельно. Если вы, конечно, работаете насадками. Я думаю, не стоит демонстрировать все, то есть они абсолютно одинаковые, они вот эти вот мягкие такие гармошечки, они очень быстро начнут разбалтываться и люфтить, очень-очень быстро. Следующие у нас идут насадки для Hero. Это такие маленькие насадочки, они очень сильно похожи на то, что идут в детайлере, только черного цвета. По качеству абсолютно нормальные, достаточно такой хороший пластик. С этим вы уже знакомы, если не знакомы, проходите на канал в плейлист «Анбоксинг». У нас есть в анбоксинге, в обзоре, машинка-детайлер, в которой мы показываем, как отстроить нож с помощью данного инструмента. Этот инструмент для отстройки ножа. Если вы хотите более подробно увидеть отстройку ножа, напишите в комментариях, мы посмотрим и по возможности обязательно снимем. Хотя, если вы приобретете данный комплект, там идет инструкция, здесь все подробно рассказано и показано. Для начала разберем наш триммер Hero. Что хочется первое сказать. По эргономике очень удобно сидит в руке. Уверен, что половина мастеров, которые смотрят, знают, но на всякий пожарный скажу. У этого триммера нож не снимается при нажатии на нож. Поэтому владельцы беспроводных машинок, когда взяли данный триммер, ни в коем случае не давите, не ломайте. Здесь нож снимается именно откручиванием. Провод у Hero стандартный, 2,40. Давайте посмотрим, сколько весит. 120 грамм, грубо говоря, он весит. Если сравнивать с детайлером, это на 70 грамм легче, чем детайлер от Vol. Но он реально вообще ничего не весит. Он прям вот, ну, игрушечный такой прям. Посмотрим, как он в работе. Машина зверь, слушай. Хочу проверить его на шум. В тишине у нас 41 децибел. Включаем. . 70 децибел. Ну что хочу сказать, ребят, если сравнивать с детайлером, детайлер был 68-78, колебался у нас он. То есть 70 децибел в принципе нормально абсолютно. Но я хочу сказать, что вибрация достаточно умеренная у него, и нет такого какого-то раздражения, что он там тарахтит, трещит или еще что-то. То есть достаточно умеренная вибрация. Качество пластика достаточно хорошее. Немножечко есть вот то, что он так скользит. Резиночку сюда не оденешь, потому что здесь включатель. То есть, а одевать резинку здесь сзади нет никакого смысла. То есть резиночка, если идет, она идет только впереди. Поэтому сюда резинку одевать смысла нет. Так, наверное, все по нему. Его теперь мы увидим только в работе. Давайте разберем легенду. Что хочется сказать о легенде в первую очередь? Конечно же, это ее преимущество. И основным преимуществом является нож, у которого самый большой диапазон регулировки длины среза среди проводных машинок в линейке Vol. Начиная от 0,5 мм и заканчивая значением при открытом ноже 2,9 мм. Чтобы все понимали, у деталера от Vol длина среза 0,4 мм. Ну и конечно же, любителей проводных машинок не может не порадовать длина сетевого кабеля, который составляет 4 метра вместо привычных 2,4. Как сказал официальный дилер компании Vol в Сочи Александр, это же легенда. Каждый хочет иметь легенду в своем арсенале. И, наверное, он действительно прав. Фанаты
проводных машинок обязательно должны иметь в своем арсенале легенду. Давайте попробуем включить ее и послушать, как она работает. Это флагман среди машинок Vol, обладающий самым мощным мотором среди всей линейки V9000. Опять же внесу небольшую ясность. Машинки Magic Leap, Super Typer имеют двигатель V5000. И этим сразу можно сказать, что данная машина производительнее раза в полтора, наверное. И следовательно, за единицу времени гораздо больше производит вибрационных движений, что позволит работать с очень густыми волосами. Я так думаю! Вообще, ребята, для такой машины 69, я считаю, это вообще... Мы триммер сейчас включали, вот этот маленький, он у нас тоже показал 69. В унисон так. Конечно, вибрация у него гораздо сильнее, чем у триммера. Это не мудрено. Интересно мне сравнить его с Magic Clip'ом. Вы знаете, вот у него реально мотор получается V9000, у Magic Leap V5000, а почему-то вибрации и шума от легенды реально меньше. А ну-ка посмотрим, какой звук у Magic Leap. 73. 73, ребята. Для тех, кто любит беспроводные мощные машины, мы сделаем обзор в следующем выпуске. Но, ребята, как только этот выпуск наберет хотя бы 200 лайков. Поэтому, друзья, ставьте лайки, если вы хотите увидеть обзор данной машинки. Здесь в комплекте идут профессиональные премиум-класса насадки. Чем быстрее это видео наберет 200 лайков, тем быстрее вы увидите эту машину. А помимо ее, в рубрике «Unboxing» мы стали делать небольшие ставочки наших мастер-классов. Мы открываем инструмент и тестируем его на моделях. Посмотрим, сколько весит наша легенда. Вес нашей легенды составляет 440 грамм. Скажу, наверное, один минус, который для меня является все-таки, наверное, минусом. Это регулировка ножа. Я не любитель, опять же, работать машинками. Может быть, здесь... как-то фиксируется. Но мы делали обзоры машинок с регулировкой ножа щелчками, когда так чик-чик-чик-чик-чик. Наверное, для тех, кто делает фейдинг, это было бы удобно, потому что здесь нож не фиксируется. То есть поставил его вот в таком положении, все, то есть случайно пальцем зацепил, миллиметры ушли, фейдинг может получиться некачественный. Но это вот как вот такое наблюдение. На мой взгляд, это небольшой минус. Не может же быть все идеально. Парень, а ты резиночку не забыл? Точно, сейчас. Ты че, а? Ты че? Ты с ума сходил? Ты дебил? Че дебил-то? Вы знаете, а почему бы и нет? То есть он, во-первых, чуть-чуть уплотнил его. Во-вторых, он сел как-то даже более уверенно в руке. Посмотрим, насколько это будет удобно сейчас в работе. Пойду работать именно так. Насадки, конечно, я одевать не буду. Буду работать без насадки. Потестим его, сделаем сведение на нет. Так называемый фейдинг, но не фейдинг. Потому что фейдинг выполняется насадочками и слоями. Мы сделаем над расческой сведение на нет. И посмотрим, как он будет в работе. Клиент уже пришел, он вон сидит, меня ждет. Поехали.
Ну что, друзья, подведем небольшие итоги. Что хочу сказать по поводу Trimmer Hero. Конечно, машинка классная, легкая. Она настолько легкая, что создается такое ощущение, что она реально игрушечная. Касаемо именно окантовочных линий, честно говоря, и вот оформления линии пробора, детайлер по мне так немножечко лучше. Наверное, это все на любителя. То есть эргономика прикольная, он настолько реально вот легкий, его когда берешь, ощущение такое, что провод тяжелее, нежели сам триммер. Но мы не будем сейчас сравнивать детайлеры Hero, в каком-нибудь выпуске обязательно это сделаем. Тем более, если у вас есть желание посмотреть на сравнение Hero и детайлера, пишите в комментариях, мы обязательно попробуем провести и сделать, и указать там разницу между ними. В общем и целом, триммер стоящий, тем более в паре с такой хорошей скидкой. Барбер комбо комплект, я думаю, это вообще шикарно. Единственный момент, опять же, чисто дело привычки, но это не плохо, это не хорошо. Те, кто работают детайлерами, уже привыкли, когда берешь рукой, мизинцем так чпонькс, переключил его и пошел работать. Так чпонькс, выключил его и пошел там заниматься другими делами. Здесь получается механически такой иногда проскакивает. Так чпонькс, а оп, нету ничего, а включение здесь сбоку. Теперь, что касается легенды. Ребята, вот честно, я проводной машинкой не работал, наверное, с колледжа. Проводным работаю только детайлером, но как бы я его к машинке не могу отнести вообще. Ощущения более чем приятные. Реально видно, что машинка мощная, она реально продуманная, функциональная. Очень и очень и очень порадовал именно провод. То, что провод 4 метра длиной, реально очень порадовал. В момент съемки, вы не представляете, у нас нужно еще бэкстейдж снимать, наверное. Удлинитель один ушел полностью под свет с одной стороны, другой полностью под свет с другой стороны. И вот в этот момент, когда мы поняли, что занят, 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 все буквально пилоты заняты, я подумал, зачем ему провод 4 метра? И я просто, я его оттянул вообще в другой край зала, там подсоединил и оттуда спокойно работал без всякой проблемы. Конечно, этот момент очень приятный и нет вот этого чувства ограничения длины провода, можно вокруг клиента ходить сколько угодно много. Я был абсолютно прав в том, что крайне неудобно переключение диапазона длины без каких-либо опознаваний, то есть каких-то щелчков, так что чик-чик-чик. Было бы гораздо проще, если бы я понимал, что там вот этот слой я проработал там на двух щелчках, вот этот слой я проработал там на трех щелчках, а это там на один. Вот, было бы гораздо проще. А здесь получается, то есть этого нет, и ты такой раз проработал на одной длине и думаешь, блин, а на какой длине я прорабатывал там, теперь мне тут. То есть есть небольшое такое недопонимание мастера и инструмента. Кстати, по поводу резиночки, реально вот этот вот ободочек, он прям вот, ну, с ней прям сидит очень уверенно и очень легко работает. То есть прям мелочь, а приятно. Также, конечно, очень понравилось, что диапазон регулировки ножей настолько большой. Вот этот момент, что здесь можно выставить 0,5 мм, реально очень круто. И вы сами видели, что в принципе я одной машинкой сделал практически сведение на нет. Без каких-то там шейверов, триммеров и так далее. И когда я взял триммер и начал подводить чуть-чуть, то есть он не так уж прям сильно много и взял. Ну, естественно, потом шейвером вывел совсем в ноль. Ну, блин, круто, прикольно, приятно. Мне было приятно держать легенду в руках. Насколько я не люблю проводные машинки, мне она очень понравилась. Очень хорошая, мощная машина. Смешно, наверное, слышать не от барбера. Хорошую вещь в руках всегда чувствуется. Наш выпуск подошел к концу. Скажем спасибо Барбер Комбо. Очень хорошее, можно сказать, отличное предложение с хорошим ценником и хорошей подборкой машин. Спонсором данного обзора является магазин Urban, город Сочи. Контакты вы сможете найти в описании. Они являются официальными дилерами компании Vol. Ну и, конечно же, долгожданный комплект Комбо. Он вам обойдется в 12 тысяч рублей. А теперь посчитайте. По отдельности 8000 и 6800, 14800 или 12 и 10% скидка. Могу сказать одно, бегите быстрее, покупайте, пишите, ссылка в комментариях. Ограниченное количество разбирают просто как горячие пирожки. От Абхара!
Это мой дружок помогает пирожок. Вот сейчас пиццу ты бери и девчонок покорми. Он смотри же как хохочет, супу тоже кушать хочет. Они ж в море накупались, аппетита поднабрали. Не забудь поставить класс, подписывайся на канал, пиши свои комментарии. Чем быстрее это видео наберет 200 лайков, тем быстрее вы увидите эту машину. А помимо ее, как вы уже заметили, в рубрике «Анбоксинг» мы стали делать небольшие вставочки наших мастер-классов. Мы открываем инструмент и тестируем его на моделях. Если ты хочешь увидеть новый мастер-класс в рубрике «Анбоксинг», обязательно ставь лайк и до скорой встречи. С вами был Юрий Жданов. Пока. Машина от компании «Volegent».